Обязали снести 3 дома. Прокуратурой Волжского района выявлено незаконное строительство жилых помещений в микрорайоне Цветочный. 3 дома возведены на охраняемой территории рядом с подземным промысловым нефтепроводом. Этот объект здесь находится еще с 70-х годов и состоит в реестре опасных. По нему транспортируется нефть с примесями. Компания-застройщик о запрете строительства в 50 метрах от нефтепровода знала, но возведение домов не остановила. По словам сотрудников прокуратуры, суд оштрафовал строительную организацию на 1,5 миллиона рублей и обязал снести незаконные постройки. Что касается дольщиков, квартиры в новых домах проданы не были. На момент проверки какие-либо жилые помещения и нежилые не реализовывались. При решении вопроса о предъявлении искового заявления было направлено заявление в Волжский районный суд в порядке статьи 140 Гражданского процессуального кодекса о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчику, а именно ОФСК «Стройфин», продавать третьим лицам и гражданам жилые и нежилые помещения. Принятыми мерами нам удалось избежать каких-либо обманутых дольщиков.